Сейчас я немножечко песен поиграю, тех, которые я обычно играю с группой «Композит». Собственно, я в основном с группой играю, то есть в последнее время так сложилось, что я редко беру гитару, чисто вот как сольный исполнитель. Песня называется «Дима говорит, что тема сегодняшнего концерта про настоящее», вот, и я немножечко о настоящем спою. «Спастись или прогнуться» называется песня. Я не знаю, как мне жить, спастись или прогнуться, а во внутреннем кармане денежки мнутся. Здесь забавы на три канавы, богатые на суррогаты, и солнце на ветровом стекле, и ноги всегда в тепле. Ну а мы стоимся в двух шагах от смерти. Только почему же мы живем, как черти? Заповедовали, все на них вали. Заповедовали, все на них вали. Но я не знаю, как мне жить, спастись или прогнуться, а во внутреннем кармане денежки мнутся. Вроде обо всем договорились, кто за правду, кто притворились, так и жили, бродили, блудили, и свои шкуры все подтвердили. И ковровая дорожка, солнце красно, жить хорошо, ведь все становится ясно. Рано или поздно все становится ясно, рано или поздно все становится ясно. Но я не знаю, как мне жить, спастись или прогнуться, а во внутреннем кармане денежки мнутся. За порогом всех нас ждет иное платье, Родина раскинет нам свои объятья. Но вильнет незримо, пролетишь ты мимо, сплющит мушкой на стекле, и будешь навек в тепле, в пекле. Только крутят воздух зайчики пустые, этой дивной песенки слова простые. Я не знаю, как мне жить, спастись или прогнуться, а во внутреннем кармане денежки мнутся. А сейчас будет песня под названием «Невидимый мир». Есть такая вещь, которая помогает хлопать, например, или подпевать, или подстукивать на нестандартные размеры, которые отображают 7 четвертей. Обычно на водочка пиво-пиво, но поскольку у нас тут безалкогольное собрание, поэтому Дима в свое время придумал альтернативу «Елочка-липа-липа». Вот. И когда будет возможность постучать, я вам предлагаю это сделать. Вечер странник, думай обо мне, пока не отведет земля краешек от борта корабля. Под покровом неба, солнца и облаков увиди меня, ты далеко, покажи страны моей угрюмые очи неистовые дни. Жгучие ночи, устойчивую твердь, легкие миры, весь видимый, весь невидимый мир, который не от нас обманов нет, лишь предвечный свет. Думай обо мне, кабы не было во мне дряни, дьявол бы меня не ранил. Но ты не думай о таких гостях, ведь мы не навсегда в когтях. Ни шаг твой, ни рука, ни след, ни пот, ты не умрешь, град не падет. Нет, он расскажет электрический пол, не он, а выреки воздушные, вой стороны моей грудной.
Грустные очень неистовые дни, жгучие ночи, устойчивую твердь, легкие пиры, весь видимый, весь невидимый мир, который не от нас, а по нагруме, лишь предвечный свет. Скажет электрический полдень, неоновые реки, воздушные волны и стороны моей, угрюмые очень неистовые дни, жгучая ночь и устойчивая твердь, легкие эфиры, весь видимый весь невидимый мир, который не от нас обманут, нет, лишь предвечный свет. Мне о том расскажет электрический полдень, неоновые реки, воздушные волны и стороны моей, угрюмые очи и тюдевые дни, жгучие ночи и устойчивая твердь, легкие эфиры, весь видимый весь невидимый мир, который не от нас, обмана в нем нет, лишь предвечный свет. Мне о том расскажет электрический полдень, неоновые реки, воздушные волны и стороны моей, угрюмые очи неистовые дни, жгучие ночи и устойчивая твердь, легкие эфиры, весь видимый весь невидимый мир, который не от нас, обмана в нем нет, лишь предвечный свет. Спасибо, но, наверное, будет завершающая песня. Хватит уже петь. Вообще Достоевский. Достоевский. Вот. Кстати, если у вас есть какие-то пожелания, вы можете их высказывать, потому что я, ну, у меня не было какого-то жесткого блока. Время ожидания. Время ожидания, да, да, да. Я прошу прощения, я хотела действительно спеть эту песню. Что-то все маячит, делая незрячий, но за беса иногда приподнимается, заставляя забывать отчаянье, отрывая то, к чему привязано, не забывается. Это та черта, за которую открываются врата. Все приходит и уходит, скорбь или веселье, или слава, или чья-то смерть, а это мне напоминание. Но дороже не того момента, чем когда ко мне приходит голод, это время ожидания. Значит, близится черта, за которую открываются. Заботиться, и не стоит ни за что держаться, это не напоминание. Но дороже не того момента, чем когда ко мне приходит голод, это время ожидания, заставляя быть ему покорным. Ведь все, что здесь считалось рукотворным, будет все разрушено. И заметив, что ушли бесследно, крови плачено и безответно за многое ненужное. Но искупление безответным близит та черта, за которую открываются врата. Чем забыл?
сердца. И не стоит ни за что держаться, это мне напоминание. Покидая жизнь, я хочу вас всех еще раз встретить. Я хочу лишь посмотреть в глаза вам на границе ожидания. Покидая жизнь, может быть, когда-нибудь увижу. Может быть, когда-нибудь узнаю того, кто держит мироздание. Покидая жизнь, я хочу вас всех еще раз встретить. Я хочу лишь посмотреть в глаза вам на границе ожидания. Покидая жизнь, я хочу вас всех еще раз встретить на границе ожидания. Покидая жизнь. На границе ожидания, на границе ожидания, я хочу вас всех еще раз встретить, я хочу лишь посмотреть глаза вам на границе ожидания. Я хочу вас всех еще раз встретить, я хочу лишь посмотреть глаза вам на границе ожидания. Я хочу вас всех еще раз встретить. Я хочу лишь посмотреть глаза вам на границе ожидания. На границе ожидания. На границе ожидания.